Всем привет, дорогие друзья! Это Аня Немзер и моя программа «Память не изменяет» — совместный проект «Дождя» и архива российских независимых медиа. Я 20 с лишним лет помню этот момент. Апрель 2001 года, ночь, я на кухне смотрю по телеку программу «Антропология». Там сидят НТВшники. Простите, я не знаю формата. Это как бы круглый стол. Лень, это эфир. Это единственный формат. Это прямой эфир. У нас один формат эфир. Это я, кажется, запомнила навсегда. Потому что я никогда раньше не видела такой живой жизни, такой боли и такой живой политики и такого их слияния в прямом эфире. Питер, пришло короче, такое время, что я могу сказать смело, Моцарт мне нравится. Это надо наконец сказать. Пингвины вокруг тебя, Леня. На самом деле, антропология тут фиксирует почти финальную стадию трагической истории, небольшую внутреннюю часть и одновременно с тем важнейшую. Итак, что случилось в апреле 2001 года? Есть телеканал НТВ. Существует с 1993 года. К 2001 году это, без шуток, великий телеканал. Это мощнейшая новостная сетка. Это ток-шоу «Глаз народа», куда приходят главные действующие политики. Это «Парфеновские намедни». Это скандальная «Фруэто» с Еленой Хангой. Это вроде бы откровенная такая программа о сексе, а на самом деле жесткая социалка. Это независимое расследование с Николаем Николаевым. Это сатирическая политическая программа «Куклы» Виктора Шендеровича. Та же «Антропология» Дмитрия Деброва и так далее. Это корреспонденты, которых мы знаем в лицо. В конце каждого репортажа они появляются в кадре и называют себя и работающих с ними коллег. Елена Масюк, Андрей Иванов, Валерий Иванов, телекомпания НТВ из Грозного. И хотя вообще телек с советских времен уже довольно сильно подвинулся и утратил вот эту номенклатурную фанерность, НТВ все равно в этой новой человечности сильно обгоняет конкурентов. Это очень схематичное описание великого продукта. И, кстати, разные люди, оказавшиеся по разные стороны баррикад во время этого конфликта, все согласны. Продукт великий. И, пожалуй, я добавлю еще одно. Это канал, где военные репортеры, работающие в Чечне, много показывают Чечню изнутри, много говорят с чеченцами. И вот так эту войну не показывает никто. НТВ принадлежит олигарху Владимиру Гусинскому и входит в «Медиамост», группу, которой, кроме НТВ, еще «Эхо Москвы», журнал «Итоги», газет «Сегодня» и многие другие активы. И дальше можно рассказывать эту историю несколькими способами. Можно рассказать про спор хозяйствующих субъектов, про бизнес. У «Медиамоста» был долг перед «Газпромом». «Газпром», госкорпорация, велела отвернуть деньги. А поскольку этого не произошло, у Гусинского стали забирать его медиа-империю. На это дело отправили Бориса Йордана, специалиста по инвестициям, хорошего менеджера, и Альфреда Коха, тогда генерального директора «Газпрома». И как бы ничего личного, чисто бизнес, долги надо отдавать. Киселев журналист, может, и прекрасный, но гендиректор плохой, Йордан лучше. И уж точно Йордан совершенно вне политики, никакого давления на журналистов он оказывать не собирался. Была в этом своя правда? Ну, какая-то была. Можно рассказать иначе. НТВ много рассказывало про войну в Чечне, совершенно явно не одобряя действия российских федералов. НТВ выпустила программу «Независимое расследование» с Николаем Николаевым, где шла речь про взрывы домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, и обсуждалась роль ФСБ в этих трагедиях. На НТВ выходили более чем резкие шендеровичевские куклы, где Путин один раз предстал в роли крошки Цахиса. И перечислять можно долго. На Гусинском действительно висел долг перед «Газпромом», но до какого-то момента шли спокойные переговоры о его реструктуризации, и внезапное требование расплатиться – это просто инструмент политического давления, ну, чтобы подчинить государству медиагруппу Гусинского, с которым к Путину уже к тому моменту очень напряженные отношения. И у Коха, кстати, тоже напряженные, удобно. Большой фильм про разгон НТВ сняла в 2021 году, к 20-й годовщине, Саша Сулим для проекта «Редакции». Я дам ссылку в описании программы. В этом фильме обе эти точки зрения представлены в полной мере. Ну и журналисты тогда тоже разделились. Вот Кирилл Рогов в «Политру» пишет: «Дело не в НТВ, а именно в двух прочих общенациональных каналах – ОРТ и РТР. И кажется, что сегодня самый момент, чтобы сказать одну простую вещь. Цензурное давление и пропагандистская выверенность двух первых государственных каналов российского телевидения прямым и уверенным курсом идут к стандартам советской эпохи и явно превышают пропагандистский стандарт НТВ классической эпохи». А «Новая газета», которая сама с сочувствием пишет об НТВ, при этом с возмущением цитирует коллег. В целом же, надо сказать, довольно гадкие вещи творятся в так называемом цехе. Глумливый тон того же «Коммерсанта», откровенное злорадство РТР, брезгливая позиция над схваткой газеты «Ру». И дальше они цитируют газету «Ру». «Многомесячная схватка за НТВ есть не что иное, как размахивание двумя денежными мешками. Если кто-то думает, что к этой драке какое-то отношение имеет, свобода слова или еще бог весть какие высокие ценности, то он глубоко заблуждается. Тот, кто решит ввязаться в эту драку бесплатно, достоин лишь сочувствия».
В поддержку старого НТВ проходят митинги. Спасибо. Псковская губерния публикует список авторов письма в защиту НТВ. Там много разных достойнейших людей. Среди них группа Любэ, например. Журналисты пишут новости, а сотрудники НТВ как бы тоже рассказывают новости, но получается, что про самих себя. Кроме того, в общем, постоянно подвергаются некоторым давлениям. Кох и Йордан приглашают их оставаться работать на НТВ. И вроде бы после собрания акционеров НТВ уже все решено. И вот я цитирую Федора Лоцмана на «Гранях». «У нас больше нет ни одного независимого общенационального телеканала. Все три имеющихся теперь находятся под государственным контролем. Газпром, не будем забывать, госкорпорация». Но Гусинский убеждает НТВшников сопротивляться. И «Коммерсант» даже публикует стенограмму его встречи с сотрудниками. Ну вот, увы, потом удаляет. Ссылка битая. Потом еще происходит встреча с Путиным, который приглашает уникальный журналистский коллектив к себе на чай, чтобы выслушать их мнение, выслушивает, кивает головой, ничего не меняется. Выдержать такое давление сложно, и вот ровно тут и начинается вот то самое живое отчаяние, которое выплескивается на зрителей с экрана в программе «Антропология». А то, что ты предаешь дело свободы слова в России, об этом ты подумал? Да ты пережди, ты всерьез, можешь Киселеву сколько всерьез, угодно высказывать. Это ты всерьез, Лёня, вот ты сейчас. Предатель, вот ты как сейчас ты всерьез, не поймешь? Да? Это момент, когда двое популярнейших ведущих НТВ, Леонид Парфенов и Татьяна Миткова, уходят, не хотят стоять с коллегами до конца, и редакция осознает, что внутри раскол. И вот что интересно, вроде бы не по линии политики. Это кажется стилистической проблемой. Оставшиеся считают, что они защищают свободу слова, а ушедшие морщатся от дурновкусия и потери лица. Вы знаете, вот мы последние дни живем кишками наружу. А журналист же должен быть нейтрален, кишками наружу ему не положено. Пафос в этот момент кажется грехом страшнее некуда, предательством профессии. В ночь с 14 на 15 апреля происходит то, что... Вот пафос не пафос, а приходится назвать силовым захватом НТВ. Вот как об этом вспоминает Дмитрий Перминов, тогда сотрудник НТВ, а в 2011 году, когда он об этом рассказывает, заместитель главного редактора телеканала «Дождь». Я приехал на работу в 5 утра, было еще темно, но от 17-го подъезда сюда, к улице Академика Королева, бежали люди и кричали, кричали мне: «Дима, нас захватили». На входе в офис редакции стояла новая охрана. Кого-то из сотрудников пустили, кого-то нет. Ведущая Ольга Белова, вроде бы отстраненная от эфира старым руководством НТВ, но возвращенная новым, готовит утренний выпуск новостей. В те минуты на 8-м этаже было не так много сотрудников. Слышался какой-то шум. Знаменитый в те годы телеведущий Владимир Карамурза на повышенных тонах выяснял отношения с Владимиром Кулистиковым, назначенным «Газпромом» главным редактором НТВ. Практически вот сегодня, в середине ночи, нам не оставили никакого выбора. И каждый из нас, каждый в отдельности, но при этом все мы вместе приняли свое решение. Мы написали свои заявления, сейчас положили 30 этих заявлений об увольнении. Мы не писали фамилию генерального директора, просто написали генеральному директору телекомпании НТВ. По большому счету, это уже не так важно. Факт захвата произошел, и мы считаем, что в этих условиях мы не можем продолжать свою работу. Раскол окончателен. Кто-то остается, уволившиеся вышли, Парфенов бы сказал, что пафосно вышли, из первого корпуса Останкина и перешли буквально через дорогу, через улицу Академика Королева, в здание, где располагалась редакция ТНТ. Оттуда же решили продолжать вещание. И вот первый выпуск, вышедший после этого программы, программа «Итоги», был во многом посвящен разгону НТВ. Но мне важно обратить внимание на то, с каких новостей он начинается. Евгений Киселев говорит о том, что в Госдуме появится новая партия власти. Результат – слияние единства и отечества. Это то, что впоследствии станет единой Россией. Это одновременно означает и резкое уменьшение влияния оппозиционных партий, в первую очередь коммунистов и правых в Государственной Думе. Тем самым власть получает в свое распоряжение абсолютно послушный парламент, готовый проголосовать за любой закон. Год назад представить непримиримых оппонентов за одним столом было невозможно. Сегодня говорят о закономерности объединения противоборствующих политических сил. Это была идея Сергея Кужугетовича Шойгу и Юрия Михайловича Лужкова. А вообще, это идея президента, если уж так говорить. Потому что все, обратите внимание, свершилось.
после послания президента. Вот буквально так, в режиме «Святая простота». Президент захотел такую партию. И это тот политический фон, на котором НТВ в старом составе прекращает свое существование. Было ли старое НТВ политически ангажированным медиа? Было. На это можно было смотреть по-разному. И это хорошо показано в фильме «Саши Сулим». Вот Евгений Киселев, главный редактор НТВ, говорит, что никогда никакого давления от Гусинского не было. С Гусинским тогда, во всяком случае, были единомышленниками, одинаково смотрели там на политическое, настоящее и будущее России, если угодно, там исповедовали одни и те же ценности. Киселев с командой тогда ушел с НТВ, а с 2009 года он живет и работает в Украине. А вот Татьяна Миткова, которая до сих пор осталась с новым руководством и стала новым руководством НТВ. Можно ли сказать, что тогда, когда НТВ был зависим от там, желаний и политики Гусинского, он был более свободен, чем сейчас, когда он зависим от государства? Я думаю, что большой разницы нет. А вот так про это говорит Алексей Пивоваров. Когда были разные телеканалы с разными повестками и разными, как это сказать, вассалажем, то есть, ну, Первый канал поддерживал сразу единство и Путина, и мы помним Сергея Доренко. НТВ поддерживала Лужкова и Примакова. Вот. Но в целом, когда это конкурентный рынок, это не так ужасно. Это как раз нормально. Хотел ли Борис Йордан кровавой цензуры? Точно нет. Скорее уж, мне кажется, он попал как кур в ощип и был назначен душителем свобод, видимо, не очень понимая, куда он залез и что происходит. Стало ли НТВ подцензурным медиа немедленно после ухода старой команды? Нет, не стало. Процесс происходил постепенно. В 2003 году убрали того же Йордана за освещение теракта во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке. В 2004 году Леонида Парфенова, который остался на НТВ после разгона вести «Намедни». И вообще, посмотрите фильм «Саши Сулим», который я сейчас цитировала. Это очень мощная галерея психологических портретов в движении. В медийной памяти разгон НТВ остался событием. Хорошо бы вспомнить, что в холдинг Гусинского входили еще, среди прочего, газета «Сегодня», главная общественно-политическая газета, такая вот, которая ложилась на стол политикам поверх «Коммерсанта». Она перестала выходить тогда же, 14 апреля 2001 года. А еще был журнал «Итоги», еженедельный журнал и тогдашний как бы российский «Ньюсвик». Вот 74 сотрудника редакции не были пропущены в офис и уволены в один день 17 апреля 2001 года. Так три влиятельных медиа были уничтожены или деформированы в несколько дней. Но пафос, вот тот самый пафос, который так раздражал Леонида Парфенова, как-то мешал тогда об этом громко орать. Вот объясни мне, пожалуйста, вот ты всерьез, да, вот да. Сейчас именно ты вот так с тремя восклицательными знаками да. Полагаешь, что произносится понятие свобода слова, да. Борьба, предатель. Да. Вот только да. Три восклицательных знака должно стать. Да. Не надо про свободу слова с тремя восклицательными знаками. Радикализация еще никого не сделала ни умнее, ни обаятельнее. 9 лет спустя Парфенов произнесет на премии имени Владислава Листьева речь, которая в этот момент станет, ну, может, не революционным, но событием. Рейтинг действующих президента и премьера оценивают примерно в 75%. В федеральном телеэфире о них не слышно критических, скептических или иронических суждений. Замалчивается до четверти спектра общественного мнения. Высшая власть предстает дорогим покойникам, а не только хорошо или ничего. Но в 2010 году патетика и красивые слова уже, видимо, не так пошло смотрятся. Другое дело, что в 2010 году уже поздно. Вот этот страх пафоса оказался очень на руку Путину, который постепенно опробовал на российском обществе еще один прием из методички диктатора. И выяснилось, что можно закрыть всенародно любимый телеканал, и тебе за это ничего не будет. Сколько людей выразили эту любовь через приход на митинги в защиту НТВ, посчитать сложно. Даже бывшие НТВшники, в общем, оценивают по-разному. Виктор Шендерович говорит 30 тысяч, а Николай Николаев с горечью говорит 3 тысячи. И это разброс как между оценками численности митинга протестного у ВДИнфо и МВД. Аудитория у НТВ была гигантская, это факт неопровержимый. Вот пафоса ей не хватило. Стихия протеста показалась дурновкусием. Поэтому про бизнес говорить было как-то проще. И тут занятно, вроде как авторитарному лидеру нужно воодушевленное и послушное общество. А у тебя вместо этого как бы свободные вроде люди с тонким чувством вкуса и легким таким постмодернистским цинизмом. И у постмодернизма есть одна фобия – дурновкусие, потеря лица. И вот оказалось, что для начала именно на этом и можно сыграть. Именно этой фобией и воспользовался авторитарный лидер,
у которого, надо сказать, тоже развито стилистическое чутье и довольно мощно. Он же понимал, что он и старое НТВ две вещи несовместные. Не только чисто политически, но именно стилистически. Но не может Путин существовать рядом с программой «Куклы». Вот Ельцин и Черномордин могли, а он нет. Ну, запишем тогда в Путинс плейбук «Разгон неподконтрольных медиа». Тут, правда, постскриптум возникает еще один вопрос. А вот как же все эти последующие 20 с лишним лет? Ведь много же было независимых медиа. Ведь я вроде как сама собираю сейчас архив этих медиа. Были, да. Существовали другого масштаба и на других условиях. Кто на каких. И вот об этом мы точно поговорим в следующих выпусках. Дорогие друзья, это была программа «Память не изменяет», которую я делаю на телеканале «Дождь» вместе с проектом «Рима» – архивом российских независимых медиа. Все ссылки к этой программе, дополнительные материалы, бэкстейдж ищите в телеграм-канале нашего архива, он называется «Свобода снова». Мы увидимся через неделю. Счастливо, оставайтесь на «Дожде».